Найти растительное сырье с высокой концентрацией витамина В – это трудная задача. Поэтому мы вели его поиски во всех уголках планеты. Именно спирулина оказалась достойным источником витаминов группы В и фитонутриентов. Спирулина – это род сине-зеленых водорослей, которые мы выращиваем в прудах в пустыне Сонора. Иная растительность выживает здесь с трудом. Спирулина культивируется на участке одного из наших партнеров по программе «Нутрицерт». Эти пруды имеют очень высокое содержание щелочи. К такому уровню pH другие организмы плохо приспособлены, что позволяет вырастить очень чистую культуру спирулины. Взглянув на нее через микроскоп, вы увидите, что спирулина имеет форму красивой спирали. Именно необычная форма и дала название этому растению – спирулина. Я всегда радуюсь возможности создавать продукт, который способен помочь людям и дать им дополнительную энергию. В одной двухслойной таблетке Nutrilite Витамин B Complex Plus содержатся все 8 важнейших витаминов группы B. Специальная технология высвобождения витаминов способствует поддержанию оптимального уровня витаминов группы В в течение 8 часов. В первый час темно-зеленый слой таблетки обеспечивает полное и мгновенное высвобождение двух витаминов группы В, В2 и В12, для наиболее быстрого усвоения организмом. В течение последующих 8 часов светло-зеленый слой медленно высвобождает в пищеварительном тракте остальные 6 витаминов группы В. Не дай усталости победить тебя. Мы создаем продукты Nutrilite, строго следуя принципам прослеживаемости, тщательно контролируя и отслеживая все этапы производства от самого зернышка и до готового продукта. Узнайте больше на nutrilite.ru.